Всем привет! С вами Омега. И сегодня я поотвечаю на ваши вопросы. А в какие игры ты играл? Ни в какие. Тебя хоть когда-то бомбит? Бомбит только тех, у кого есть душа, и они могут злиться. Я робот, меня не может бомбить. Ты знаешь, кто такой Оно? И ты видел трейлер Оно? Нет, не знаю, и трейлер я тоже не. Омега, ты пидор. Дэн, ты бесишь. Омега, как ты относишься к Сонику, Тейлзу, Наказу, Шэдоу, Руж, Эмерлу, Блейз, Сильверу, Майти, Эспио, Вектору, Чарме, Соник Ехе, Назо, Мефилис, Эгману, Металсонику, Силкадуму, Сильвер Про, Дэн 380, Михе, Дархаусу и Тидаун? И какие у тебя атаки? Сонику нейтрально. Хоть я его лично и не знаю, но вроде клёвый чувак. Этот умненький лисёнок меня просто поражает. Как может просто лишь быть таким умным? Вот к нему я отношусь с уважением, ведь он может меня починить. Добрый лисёнок. По поводу Наклза. Наклз дебил. Ты чё, Омега? Страх потерял? Ну иди сюда! Shut up! Hammer punch! Careful! Whoa! Activation ready? Oh no! Shadow. Shadow был моим напарником и стал для меня как лучшим другом. Рух. Лучшей подругой тоже стала. Эмэру. Я его толком и не знаю. Блейз. Я ее толком и не знаю. Сильверу. Я его толком и не знаю. Майти, Эспио, Вектор, Чарми. Я их и не знаю толком. Соник Эксер. Я ненавижу фанатских персонажей. Назов. То же самое. Ненавижу фанатских персонажей. Мифилису. Он меня бесит. Даже сильно бесит. Неубиваемая тварь. Металсонику. Это робот Эггмана, которого я спас в Heroes. Потому что робот за робота? Не знаю. По поводу... Силкадума. Ненавижу фанатских персонажей. Сильвер Про. Норм, чувак. Дэн 380. Если он называет меня пидором, то отплачу ему той же монетой. Он пидор. Мисси Дархаусон. А кто это вообще? Даун. Я робот. Я не могу им быть. Я компьютер. Какие у тебя атаки? По атаке огнемет, пулемет. Файкбол, крутящая хрень, это вроде не все, а гиперлазер, то у меня много атак, все не опишешь. У тебя есть халкбастер? Ну, если на чистоту, то да. Омега, иди нахер. Ну все, Дэн, ты заколебал меня, иди сюда! Стой, Омега, не трогай меня! Ай! Омега, зачем ты спас метал Соника в Sonic Heroes? Брат за брата, извините, таковы традиции. Брат за брата, извините, дело тут не в принципах. Ты знаешь, кто такая Мария? Ты думаешь, я не знаю, от кого без ума шел? Омега, когда Данил будет пилить стримы и прохождения, и истории трансформеров? Дэн, тут тебе вопросики задавал? Я слышал. Да, я сам отвечу. По поводу стримов. Это я точно не знаю.
Прохождение. По поводу прохождения. Скоро у меня на канале будет прохождение за компанию Бика и Е102 Гамма. И по поводу истории трансформеров. Меня никто не просит. Омега, сколько у тебя оружия? Бесконечно. У тебя есть твои копии? Моих копий нету. А вот я как бы и сама копия. Есть также Е101 Бета, Е102 Гамма, Е103 Дельта, Е104 Эпсилон. Ну и Е105. Ты крутой. Спасибо. Как ты относишься к технологиям Тейлза? Этот умненький лисенок меня просто поражает. Как может просто лишь быть таким умным? Вот к нему я отношусь с уважением. Ведь он может меня починить. Из чего ты состоишь? Из Титана? Нет. Омега, как ты относишься к Сонику, Эми, Тейлзу, Шэдоу, Сильверу, Блейз? Про Соника, Тейлза, Шэдоу, Сильвера, Блейз отвечал. Отвечу про Эми. Эми нормальная такая девчонка, которая влюблена в нежа Соника. И это иногда забавно, что она за ним гоняется. Я угораю просто с этим. Чем ты какаешь? Ты долбоёб. Омега, ты кушаешь кашку? Чего, блядь? Омега, как ты думаешь, ты топчик? Конечно! Какая игра лучшая про Соника? По моим вычислениям, самая лучшая игра про Соника — это та игра, в которой есть я, Шэдоу и Сильвер. И одна такая игра уже есть. Это Sonic the Hedgehog 2006. Там есть и Сильвер, и я, и Шэдоу. Правда, она поганутая, но все равно она хорошая. И поэтому она лучшая игра про Соника. Личная, по моему мнению. Ты живешь или существуешь? Скорее существую. Скорее всего существую. Икс, конечно же. Хотя меня никто на никтом лучше реально не было. Как Данил заставил тебя сюда прийти? И да, ты самый слабый. Как он меня заставил сюда прийти, он перепрограммировал мой системный код. Ты самый слабый? Если это вопрос, то не... Как тебе мой ник? Херня. Как ты относишься к Эми, Крим, Бигу, Омеге? Эми отвечал по поводу Крим. Крим хорошая, адекватная девочка и очень вежливая. Биг дебил, толстяк. А Омеге... А как можно относиться к самому себе? Как ты познакомился с Изумрудом? Как можно быть знакомым с Изумрудом? Ты уху ел? Нет, не ел. Я робот. А если ты хотел сказать, что ты охуел, то я сейчас прилечу и застрелю. Омега, ты гомофоб? И да, пили ответ от Сильвера. Нет. А сотрудникам от Сильвера обращайся к Дэну. Омега, на твоем ПО можно играть в игры? Не знаю, не пробовал. Ты можешь убить Эггмана? Если на чистоту, то я могу его убить. Но мне не позволяет мой системный код. Кто круче, Метал Наклз или ты? Тут даже думать не надо, я конечно. Соник? Шэдоу или Сильвер? Соника я толком с ним почти не знаком. Сильвер тоже не знакомый мне. Скорее всего Шэдоу. Ты смотришь мультики? Частично. Омега, ты томатный соус пепперони? Если это вопрос, то нет. А если нет, если это не вопрос, то где на... Омега, можно мне к Дену? У него спрашивал. Сори, но ты пидор. И ты знаешь мат? Обидно. А насчет знаешь маты, давай я тебе проверим. Ты у нас. Омега, ты ел кашку? Да. Ты сильнее всех? По поводу кашки. Вы заколебали со своей кашкой. А по поводу сильнейшего, да, я сильнее всех. Уступаю только и Мэру, и Сильверу. А так, в принципе, да, я сильнее. Омега, у тебя бесконечная батарея? Да, конечно же, у меня бесконечная батарея. Ты знаешь пословицу, вспомнишь говно, вот и оно. Знаю. И это, кстати, про тебя. Ну все.
Я на все ответил. Можно я уйду? Окей, иди, Омега. Давай, пока. А на этом я заканчиваю. Поэтому будем набираться, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока.